дамы и господа. С вами Александр и Александр. Команда 2А будет вам сегодня комментировать и рассказывать, что будет происходить сегодня на нашем ринге и в нашем бешеном ангаре. Да, наш полуфинальный турнир «Стрелка». Основные моменты нашего турнира это в том, что времени нет, остановок нет, раундов нет, судейских записок нет. Победа считается нокаут, болевой, сдача оппонента и остановка моя, судьи, рефери, если я считаю, что один из спортсменов не способен больше продолжать бой. Итак, мы начинаем турнир «Стрелка». И у нас есть первая пара, бойцы на ринг. Сюда, сюда. Итак, сюда. Мы видим первую пару бойцов. Молодые ребята, весовая категория. У них, я думаю, килограмм до 65. Георгий и Артем. Георгий и Артем. Парни, правила помним, не нарушаем. Внимательно слушаем моих молодые команды. Волки. После моих слов, ринг в вашем распоряжении. Времени нет. Бой начнется и закончится по моей команде. Пожали руки по углам. Ну что ж, первый бой. Готов? Готов? Бой, поехали! Начало. Итак, начнем. Парни сразу активно начинают вести бой. После прохода многие переходят в партер. Обратите внимание, что это новые участники нашего полуфинала, то есть это новые лица. То есть стрелка притягивает молодые таланты, как магнит. То есть видите? Очень активно. Ребята работают и снизу, и сверху. Видно, что ребята достойно подготовлены, знают, что делать. То есть ни один, ни другой не теряется в партере и продолжает борьбу. Так. Рассказывают болельщики. Очень много спортсменов болеют за своих ребят. Угу. Подсказывают отжимайся. Правильно, надо отжаться и попытаться добить. Но ребята не так просты. Ни один, ни другой не дает провести другому каких-то активных действий. Посмотрите. Так. И сейчас посмотрим. Ага. Даже снизу хорошо попадает. Да, даже неплохо. Да, смотрите, хорошо подготовлены ребята. Достаточно легкие, поджары, быстрые, техничные, уверенные в себе. Так, смотрите, контратакует в голову своего оппонента противник. Так. Ну что ж, самое сложное, да? Все-таки борьба в партере отнимает кучу сил. Ну, естественно. Очень неплохо. Так, смотрите, по-моему, поймал он или не шею, да, противника? Нет, просто блокировка, к сожалению, никаких активных действий. Я думаю, что судья сейчас прекратит и поставит их в стойку. Ну, это все на усмотрение нашего рефери, как бы. Так. Пытается оттянуть его. Очень много дают комментариев соклубники и просто зрители. Очень сильно переживают. Вот он, неприятный бросок на ринг. Достаточно жесткий. Так. Мешают канаты, конечно. Ну и рефери поднимает нашу бойцу. Можно, мне кажется, поставить даже в стойку, но я боюсь, что... И бой продолжается на центре ринга. Продолжается в партере. Так, продолжается борьба. Но пока она не приносит никаких ощутимых результатов. Молодые спортсмены, конечно, тяжело, что-то опыта не хватает, немножко не может ни один, ни другой перевести ни в болевой, ни в какой-то зажим. Поэтому мы видим просто пока возню. Ну, хороший мостик, перекидочка, отличный прыжочек к нам, ну и монитор. Да, достаточно резко получилось. Ну, сейчас на фоне утомления кто-нибудь попытается провести какое-нибудь действие, типа удушающего, либо болевого на самом деле. То есть у кого больше выносливости? Попытка оттяжки. Попытка нанести удар, но пока ничего не получается. И снова рефери переводит бой на центр ринга. Продолжается бой. Рефери делает замечание за удар по затылку. Бьет по ушам, нет? Саша? Ну, там, может быть, он чиркнул немножко по затылку, но рефери виднее. Хорошо. Попытка добить. Ну что, неплохая серия.
противника. О, смотрите. Вот это гимнасты. Ушел. Настоящие гимнасты. И шею, шею. Опасно отдать шею. Ой-ой-ой. Что? Ой, отдал шею. Отдал на болевой. Отдал шею. Все, это дело конец. Времени, да. Все, сейчас задушит. Он его душит. Треугольник. Держится, молодец. Молодой спортсмен держится. Но все, это конец. Молодец. Чистая победа душащая. Молодец. Не потерял свой шанс, не потерял свой случай и задушил противника. Хороший убедительный. Победа!